Школьный сезон не за горами, и мы решили узнать у ставропольцев, сколько же стоит собрать ребенка к 1 сентября. Ну, если заработок у родителей достаточный, то, я думаю, 1020 – это в среднем, где-то на одного ребенка. Я думаю, 1005 на все, в прошлом году, по крайней мере. Мы не покупали ни учебники, только тетрадки. Я думаю, около 50 тысяч уходит обоих, чтобы собрать. Пока что 1002. 1002, действительно. Мы, да, все очень скромно. Школа сейчас дорогое удовольствие, это и форма. Она, причем, должна быть не одна, их должно быть два комплекта. 1005-10, наверное. Не знаю, наверное, 1015. Около 15 тысяч. А что входит в эти вещи? Констовары, одежда, обувь. Ну, 1030, однозначно. Ну, судя по ценам, конечно, сборы ребенка в школу – это очень дорогое удовольствие.